Надо искать глубину. Глубина вот здесь вот, чуть правее ямы 7 метров. Вот здесь вот, чуть правее, да. Длинная такая, вытянутая вдоль берега должна идти. И на середине где-то метров, ну не знаю сколько там, больше 10 точно. А здесь метра 2. 3. Мороз, солнце. И таежное наше озерцо. Карстовое. Ищем окуня. Минус 20. Достаточно комфортно, тепло. Снежок идет небольшой. Начали с балансиров. Рапал троечка. Да. Уже батарейка села, да. На что, минус 20. Глубина 6 метров. Поклевок нету. Сложно, конечно, водоем. Сложно найти здесь рыбу, хотя рыбы много. Но зато красивый какой. Сейчас попробуем переедем на реку. Попробуем там. Не хочет. На озере ничего не поймали. Переехали на реку, на Клязьму. Торосы на реке. Такие не слабые. Народ сидит. Вот, на дуре удочку, видимо, ловит. Вся река в торосах. У берега тоже вот торос, лед наломанный. Вот такое чудо у нас на реке в этом году. Все в торосах. Все ямы, все завалило торосами. Где бурится, непонятно, там полынья. Попробуем. Я хотел вот здесь, в принципе, прям буриться. Если удастся тут слезть. Я прямо сейчас тут забуриваюсь. Тут, правда, бревна. Рядышком с ними. А там и все пойти. Попробуем сейчас. Так. На торосах. Ноги бы не сломать. Опа. Не, в принципе, ходибельно. Если аккуратно. Ну все, здесь уже можно, в принципе, буриться. Прямо среди торосов. И зимний ящик не надо. Прямо на торос сел и сиди. Давайте спускайтесь. Вот тут надо только ледок пощупать. Что-то тут непонятно с ним творится. Какие-то разломы. Ну вот, сменили три места. Наконец-то нашли рыбу. Правда, размер вот такой вот. Но сейчас живцом хотя бы себе обеспечим. Накидаем вот таких малявок. Oh.
Вот он тут в траве и стоит. Мелкий окунь. Один за одним. Я бы живцом себе обеспечил. О, смотри, побольше. Уже спалец. Смотри, какие подошли. Тимур. Тимур. Крупнее подошли. Один за одним, смотри, покрупнее уже. Интереснее кушок. Очередной пучок травы. Разобрал я ведерко. Мелких всех выпустил. Не довезем мы, наверное, их в такой мороз до дома. Не донесем просто остановки. Ну вот то, что покушать. Вот отобрал кушков таких. Грамм по 40, 60, 70. Самые большие пару штук, грамм по 80. Ну, в такой бесклевый день нормально. За час вот весь результат. А до этого катались вообще ничего. Че? Обловил. Конечно, обловил. У тебя вон 5 штук. Ну правильно, у тебя был мотыль. А у тебя не было мотыля, да? Я половину без мотылку поймал. Все равно. Когда уже у меня мотыльную мормышку щука оторвала. У меня еще кивок не так играет. Кивок, да. Спортивная снасть решает. Ладно, по чашечке чая и домой, а то холодно уже совсем. День второй. Опять на заводе. Мороз. За 25, наверное, уже прижимает. Очень холодно. Ну чего не поделаешь ради рыбалки-то. Особенно, когда клюет вот такая вот рыба. Ерши. И такого же размера окуня. О, как леску забрал. Сейчас мы его отцепим, отпустим. Иди сюда. Может, сам выпрямишь, нет? А то мне одной рукой-то неудобно. Вот он. Ершище. Ну, давай. Нет? Ну ладно, сейчас давай отпустим, а то замерзнет моментально. Вот такая вот у нас сегодня рыбалка на таком вот водоеме. К сожалению, на большой реке хищник вообще себя не проявил на больших глубинах, на ямах, что очень странно, учитывая то, что вчера по достоверным сведениям он там ловился. И судачок, и окунек, и щучка. А сегодня вот ни у нас, ни у других балансирщиков ничего за все утро. Переехали на лесное озеро тоже. Ничего не поймали там. Вода сильно упала, лед провисает. Глубины буквально метр стало. Рыба, скорее всего, уже душится. И вот переехали мы на такую маленькую-маленькую речку. Где весной и летом щука ловилась. Ловилась неплохо. Посмотрим, что есть зимой. Глубина, в принципе, метр, наверное. Нормально. Щучка должна быть. Мелко, конечно, очень. Трава.
Буришь лунку, и вода налет вперед. Слетай. Еще мельче. Никого. Да нет. Сегодня не день бэкфа. Здесь уже мелко. Мельче? Тут вообще сантиметров, наверное, 20. А за лед цепляется так. Летняя речка, летняя. Это летняя речка. Весенняя. Даже весенняя. Здесь уже делать нечего. Она вся зарастает. Здесь такой ручей шириной в локоть. Увы. Ладно. Сегодня нигде не хочется плевать.